Доброго времени суток, YouTube, уважаемая психологическая комьюнити, уважаемые коллеги, уважаемые контрагенты. На ваших экранах вы сейчас видите методику «Аналогия», она называется, очень странное название. Сейчас я поясню, почему я так говорю. Это детский вариант методики «Простые аналогии». Вот есть взрослый вариант, называется он «Простые аналогии», а есть детский вариант, и он называется «Просто аналогии». Соответственно, эта методика единственная буквально из нескольких десятков методик, направлена на оценку не аналогий как таковых, почему странное название. Она, понятно, построена по принципу проведения аналогий, но самая основная ее функция, основная задача этой методики, как детской, так и взрослой, вы сейчас видите детский вариант, один из нескольких, который у нас присутствует, она направлена на единственная из всех методик, направлена на понимание специалистам логики мышления маленького человека, ребенка. Это буквально единственная методика. Я сейчас вам поясню, как она работает. Надо сказать, что стимульный материал содержит всего 30 заданий. Вот это вариант номер один. Во втором варианте их чуть-чуть поменьше. Но вот это основной вариант. Мы его постоянно используем в работе с детишками. И исследует он, конечно, не аналогии, через аналогии, вернее так, исследует он через аналогии, он исследует логику, способность к построению логических взаимозависимостей у человека, у ребенка в данном случае, если говорить о детской методике. Задание очень простое, надо провести аналогии. Обратите внимание, значит, аналогия бежать, стоять, противоположность, да, то есть мы бежим, мы стоим. Следующее. Кричать. Противоположность слову кричать. Выбираем из предложенных ниже вариантов. Молчать. Далее. Паровоз, вагоны. Паровоз тащит за собой вагоны. Соответственно, конь тащит за собой телегу. Аналогия. По аналогии с левым вариантом. Вот как этим, так и этим. Мы, соответственно, ребеночку предлагается инструкция. Она очень формализована, очень четкая. И нарушать ее ни в коем случае нельзя. Ребенок строит простые аналогии, аналогичные связи. Кричать, бежать, стоять, противоположность, да? Кричать, молчать. Паровоз, вагоны, конь, телега. Театр, зритель. Театр так относится к зрителю, как библиотека. Читателю. Железо так относится к кузнецу, как дерево к столяру. То есть из левого ряда колонок, из левой таблицы, мы, соответственно, из левой таблицы мы видим закономерность логическую построенную, противоположную в данном случае. И, соответственно, выбираем, ребенок выбирает, испытуемый выбирает правильный вариант, кричать, противоположность будет молчать. Таким образом, логика суждений, способность выстраивать логические закономерности у ребенка, у человека. У нас всего несколько вариантов этой методики, простые аналогии. Взрослый вариант не намного, на мой взгляд, сложнее. Его, в принципе, можно использовать в связи с акселерацией, вообще другим несколько состоянием общества на данный момент, нежели в 50-е годы прошлого века, когда эта методика была создана. Соответственно, взрослый вариант тоже может, на наш взгляд, на мой личный взгляд, на взгляд моих коллег, которые со мной работают, взрослый вариант методики тоже можно использовать с детишками. Да, не сказал самое главное. Вот этот вариант методики аналогии используется для детишек от 11 лет. Другие варианты, несколько иные возраста, то есть для других возрастов детей, они используются, там есть дифференциация от 5-6 лет, 7-8 лет, 8-9, 10-11 и от 11-12. Это вариант первый для детишек от 11 лет. Собственно, на этом все. Если у вас будут какие-то вопросы по этой методике, то милости прошу, пишите мне на WhatsApp, звоните по телефону, расскажу, покажу, поясню.
Есть инструкция к этой методике, еще раз повторюсь, она очень формализована. Это необходимо для того, вообще это основной подход к любой инструкции патопсихологической, формализованность каждой инструкции. Ну и кроме того, это позволяет верифицировать, проверять повторяемость результатов, получаемой по этой методике у ребеночка, у разных детей. Вот, собственно, и все. Надеюсь, я вам покажу еще инструкцию. Посмотрим. Если есть потребность, обращайтесь, звоните, все расскажу. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам!